Дорогие друзья, наш следующий матч, это командный матч 2 на 2, и первая команда уже на ваших экранах. Легендарная, не побоюсь этого слова, одна из легендарных команд в независимой федерации рестлинга — Антон Дерябин и Слава Нескубин. Сила и скорость. Сегодня они в очередной раз на ринге будут драться вместе, плечом к плечу. Антон, как всегда, в окружении любимых фанатов. Сегодня они будут драться, как и много-много раз до этого, вместе, плечом к плечу, против молодой и очень амбициозной команды. Поэтому в очередной раз мы с вами будем наблюдать противостояние старой школы и школы новой. А вот и их соперники. Тим и Лео, команда «Надежда Америки». Буквально некоторое время назад дебютировали они на ринге независимой федерации рестлинга. Начали они выяснять отношения с так ненавистной командой «Советы». В общем, было, как всегда, противостояние России в лице Советского Союза и Америки в лице, собственно говоря, Америки. И вот, смотрите, требуют они микрофоны у Антона и Славы. Теперь, дорогие друзья, позвольте еще раз вам представить одну из лучших команд за всю историю независимой федерации рестлинга. Антон Дерябин и Слава Нескубин! Ну что ж, пока что никакого подвоха. Американцы представляют своих соперников сегодняших. С одной стороны странно, с другой стороны, ну, вроде бы все нормально, благородно. Одну из лучших. Понимаете, мы с Лео пришли в НФР не только для того, чтобы бороться с проклятым коммунизмом. Мы пришли побеждать. Мы пришли быть лучшими. Мы хотим равняться на вас. Мы хотим выступать с вами на одном уровне. И сегодня, прямо сейчас, мы вам предлагаем матч по честным правилам против реально достойных оппонентов. Вот это что-то новенькое! Зрители требуют согласия. Честно говоря, я-то думал, что это лишнее, что матч уже автоматически был назначен. Но вот видите, уважаемые друзья, я ошибся. Все-таки Антон и Слава, видимо, не ожидали, что драться они будут против американцев. Судя по всему... Неужели мы всех утомили, что такие... Судя по всему, для них это совсем стало сюрпризом, хотя я больше чем уверен был, что драться сегодня они будут против именно вот этой команды. Так, матч начинает Антон Дерябин и... Так, когда там уже американцы решат, кто из них будет первым? Антон, видите, пригрозил. Только, говорит, по-честному, не вмешивайся. Ну, хорошо. Посмотрим. Ну, силовая борьба со стороны Антона — это, конечно, издевательство против соперника, который меньше его ростом и меньше раза в два весом. Ну да, здесь, конечно, без вариантов. Здесь абсолютно без вариантов. Ух ты! Отличный бросок! Смотрите, Антон прям смакует свое превосходство. Но, тем не менее, посмотрите, американец уже на ногах. Даже смог не на...
надо долго вытолкнуть Антона, но не тут-то было. Антон просто так его не отпускает. Бросок через бедро. Еще даже для камеры тут попозировал. А вот такой вот, такая вот недооценка соперника может с Дерябиным злую шутку сыграть. Все-таки со второго раза запускает он Антона, но тот сносит его просто, я не знаю, как электровоз ВЛ-80 машину на переезде. Отличная подсечка. Ну вот да, если не хитростью, так может быть скоростью и умом все-таки у американцев есть шанс. Еще один дропкик. Антон Дерябин в углу, но по-прежнему на ногах, не падает. Антон обрушивает град ударов на американца. Да, недолго, говорится, длилось преимущество команды Тима и Лео. Антон разбегается, медвежье объятие в углу. Еще один запуск. И еще одни медвежьи объятия. Да, все. Американец поплыл. Обратный переброс. Зрители, конечно, требуют участия Славы Нескубина в матче, но у меня такое ощущение, что Дерябин, в принципе, может справиться и один. Попытка суплекса. Реверс. Неплохие удары локтем у американца. Разбег и бигбут. И на этом все. На этом все. Антон говорит, что сейчас сделает карусель удачи. Но американцы меняются друг с другом. Давай его сюда, говорит. Давай сюда, Нескубина. И вот он, Слава Нескубин. Бывший чемпион в командных боях, бывший чемпион в тяжелом весе, чемпион по американскому футболу среди юниоров в 2008 году, вокалист и автор песен группы, музыкальной группы Grandis. Отличные скорости. Ну вот, наконец-то. Наконец-то на ринге встретились равные соперники. Я имею в виду по скорости и по силе. Да. А Слава, как мы видим, абсолютно не отвык от ринга. Даже после многолетней паузы. Отличный блок-ножниц. А на этот раз Нескубин уже уходит из-под дропкика. Попытка некбрейкера. Реверс. Вот это удары. Снова преимущество у Славы Нескубина. Запуск в угол. Чуть было судье не досталось. Разбег. Ай, как Слава промахивается. Посмотрим, чем ответит американец. Европейский апперкот. Слава реверсирует. И отличный дропкик с разбега. Да, Слава, как всегда, в форме. Сколько бы Слава не выступал, он приходит в НФР и сразу же показывает, что время над ним не властно. Блок! Вот это удар! Запуск! Здесь уже Слава промахивается. Отличный кроссбади. И меняются опять американцы. Точно?
Отличный армдраг. Еще ответный от Славы. Снова американец и на болевой руки. До этого момента Антон поинтересовался у Славы, не стоит ли ему сменить так, на что от Славы ответил: да нет, я сам справлюсь. Ну вот посмотрим, как он справится. Да, да, судья должен наконец это прервать, потому что Нескубин ухватился в канаты. Отличный удар. Такой полудропкик, полубоковые ножницы. Я даже сразу не понял, что пытался сделать Слава Нескубин, но он натыкается на колено. Снова сменяются друг на друга американцы. Шилом. Ногой в лицо с разбега получает Слава Нескубин. Нет, всего лишь два, бой продолжается. Вы слышите, дорогие друзья, все сами. Антон Дерябин и Слава Нескубин, безусловно, любимчики публики. Отличный локоть. Прыжком со второго каната и... двуручный суплекс. Давай, Антон. Но бой продолжается, вырывается Слава Нескубин после удержания. Вот это удар! Вы слышали, как челюсть клацнула? Несколько ударов ногой. Снова европейский апперкот получает Нескубин. Отличный реверс. И есть! Есть! Понял, Слава, сил у него практически не осталось. Меняется он на Антона Дерябина. Зрители требуют 3D. А посмотрите, Дерябин говорит: зачем, мы и так без 3D справимся. Отличная командная работа. Да, если против Славы Нескубина у американцев еще были какие-то шансы, против Антона Дерябина, я, честно говоря, особо шансов не вижу. Сейчас нарушим правила, пусть он выходит. Вдвоем. Пусть они вдвоем. Посмотрите, что требует Антон Дерябин. Он просит судьи, чтобы тот разрешил нарушение правил, и пусть они вдвоем дерутся против одного Антона. Ну так бы они хотя бы по весу с ним будут примерно одинаковые. Да, Антон Дерябин выносит Тиба и Лео по полной программе. Одного через себя. Фоллоуэй слэм. Было головами при падении, не столкнулись с Тим и Лео. Зрители по-прежнему требуют 3D. То неужели сплэш сразу на двоих? Разбег! Ай-яй-яй-яй-яй, досадный промах. Так, что теперь смогут американцы? Шилом! Ногой с разбега в лицо получает Антон Дерябин, тем не менее он на ногах. И... теперь уже отличный командный прием показывают американцы. Слава Нескубин! Миссл дропкик! Сразу на двух! Ураганный наездник с места! О, молодец, американец! Все думали, что сейчас Слава Нескубин его среверсирует и проведет какой-либо прием, но отличный реверс, боковые ножницы.
Я бы даже сказал, больше инцигири, чем обычные ножницы. Бульдог! Антон Дерябин временно выключен из матча. Американцы вдвоем просто что хотят творят со Славой Нескубиным. Нескубин и Дерябин на ногах. Так они не понимают, что происходит. И вот он, 3D, коронный прием, прям практически с места. И карусель удачи. Слава Нескубин готовится, гарпу! Это победа. Антон Дерябин и Слава Нескубин побеждают команду «Надежда Америки». Тим и Лео повержены. Финальную точку в этом бою поставил гарпун от Славы Нескубина. Так, вы знаете, приводят, пытаются они в чувство привести американцев, что будет весьма затруднительно после таких полученных в конце боя приемов. И да, признание своего поражения. Команда «Надежда Америки», да, признает свое поражение. Ну а судья фиксирует победу, точнее, подтверждает победу Антона Дерябина и Славы Нескубина. Так, Антон и Слава что-то хотят сказать зрителям. И встречайте нашего... Вот так-то! Новый ринг-анонсер Независимой Федерации Рестлинга! Бывший чемпион в легком весе! Бывший чемпион в командных боях! В команде вместе с Вертиго Ник Чуи, который, кстати, буквально некоторое время назад у Ника Чуи была свадьба, он женился, мы его с этим поздравляем, ну и поздравляем с новой ипостасью его деятельности в Независимой Федерации Рестлинга, ринг-анонсер. Чуи сразу же приступил к выполнению своих обязанностей.
экстремальным правилам по хардкору можно почти что это и так и сказать. И поэтому встречаем первым. Из Москвы. Рост 1,87 м. Вес 94 килограмма. Ну что ж, дорогие друзья, вы все слышали, Спайк Дайсман бросил открытый вызов любому из рестлеров независимой федерации рестлинга в бою по экстремальным правилам, то есть практически старый добрый хардкор, и вот Спайк Дайсман, обвешанный цепями, буквально как какой-то американский рэпер, вот так сразу стулья, подносы, ну а что зря-то? Так сразу. Клюшка клавиатуры. Вот так вот начинаем сразу. Что-то как-то Спайка сегодня нереально колбасит. Видимо, на взводе Дайсман от ощущение своей собственной крутости, то, что его ожидает хардкор, я не знаю, почему он какой-то особенный сегодня. Зрители требуют Владимира Кулакова. Как одного из таких знатных хардкорщиков. Звучит музыка Константина Лопатки. У Лопатки, кстати, был опыт уже в хардкорных матчах. Мы все прекрасно помним, когда еще во времена существования его команды с Сержем Салливаном они в хардкорном бою дрались за командные чемпионские пояса против Бахнеева, который тогда был чемпионом, моего напарника, и выиграли тогда. Лопатка сразу берет клюшку. Это чтобы, видимо, Дайсман понимал, что в него, а что в него прилетит первым. У Дайсмана в руках металлический противень. Да, объявляй кусок дерьма. Итак, ну как там его встречаем? Человек, из-за которого у меня серьезная травма спины. Человек, который не поскупился и предал своих друзей. Да, чует, даже будучи ринг-анонсером, мстит Константину Лопатке за ту травму, что он ему нанес. Мог бы сейчас и получить клюшкой за это, но, посмотрите-ка, Чуя оказался не из робкого десятка. Да хотя, рестлер независимой федерации рестлинга трусом быть не может. Бой сразу начинается, Лопатка получает под носом по башке. Контратака! Ох, посмотрите! Клюшка ломается в спину Спайка Дайсмана! Так, что сейчас будет? Ой, мама дорогая! О-о-о-о! До свидания, Спайк Дайсман. До свидания. Разбитое хозяйство клюшкой через поднос. В принципе, бой уже можно заканчивать. Так, что задумал Лопатка? У него есть время, чтобы хорошенько продумать свою дальнейшую стратегию. Потому что Дайсман серьезно травмирован. Сайдслэм. Превозмогая боль, приземляет сайдслэмом прямо на металлический стул, на складной стул.
Спайк Дайсман Константина Лопатку. Так, что он хочет? Так, что у него в руках? А, ремень! Кожаный ремень! И он наказывает Константина Лопатку! Лопатка за рингом пытается прийти в себя. Да, посмотрите, спер он цепь Спайка Дайсмана. Ну, может быть, хоть так. Тут и зрителям достается. Несколько промахов. Цепью прямо в голову получает Спайк Дайсман своей же собственной цепью. Клоузлайн! Металлической цепью. Да, инициатива пока что полностью в руках. Константин Лопатки, посмотрите, он цепью душит Спайка Дайсмана. Это экстремальные правила, здесь это не только разрешено, но еще и поощряется. Посмотрите, ну, кстати, зря отпустил он Спайка Дайсмана, мог бы дожать уж. Победа была близка. Ха-ха, и молодец, Лопатка. Все у него получается, и Спайка Дайсмана избивает, и зрителей стебет. Так, видимо, решил приберечь клавиатуру на потом. Попытка суплекса! Сопротивляется Спайк Дайсман! И вместо этого сам проводит суплекс Лопатки на металлина, складные стулья, удержание. Вырывается Лопатка, посмотрите, какая вот эта вот ухмылка, вот эта вот просто злостная, зловещая ухмылка на лице Спайка Дайсмана. Я не знаю, я вижу эту ухмылку на лицах любого рестлера, который участвует в хардкорных боях, особенно если у него преимущество идет в этом матче. И все. Преимущество закончилось. Слишком долго Спайк Дайсман забирался на третий канат. Лопатка разнес об его голову клавиатуру. И сбрасывает он Дайсмана с третьего каната прямо на металлический стол. Импеллер! Он же Армпритер. И победа! Константин Лопатка побеждает Спайка Дайсмана в матче по экстремальным правилам. Ну что ж,
дорогие друзья, наш ринг-анонсер уже рассказал правила нашего следующего матча. Встречаем первый участник, Юрий Чистяков. Друг и напарник Валерия Хамова. Сегодня он будет все-таки драться, являться сторонним наблюдателем, как это происходит каждый раз, когда он выходит поддерживать Валерия Хамова на матче. Сегодня он будет драться. Одного участника этого матча мы с вами уже знаем, осталось узнать, кто же остальные трое. Его первый оппонент — Фредди Мартелло, бывший чемпион в командных боях, бывший чемпион в легком весе. Поскупился на комплименты, представляя следующего участника этого матча. Это его напарник по команде Супернова — Вертиго. Да, вот-вот, друзья встретились на ринге. Только один из них уже теперь ринг-анонсер, а другой может одержать победу в этом матче. Защитник слабых и обездоленных, противник зла во всем мире. Рост 1,75 м, вес 65 кг. Супер! Ну и последний, четвертый участник этого матча — наш супергерой Супер Тато. Парень ураганом ворвавшийся на ринг независимой федерации рестлинга. Смог он в своем дебютном матче победить не кого-нибудь, а Михаила Вахнеева, что для Вахнеева стало вообще полной неожиданностью. Но мы помним, там было вмешательство Ксении Майер, которая отомстила Вахнееву за все эти издевательства, которые Михаил, но, однако, можно сказать, весьма справедливо учинил Ксении. Заслуживала она хорошего нагоняя, что Михаил ей периодически устраивал. Наверное, это на моей памяти чуть не единственная такая более-менее значимая, если вообще значимая, победа Супер Тато. Поехали! Супер Тато тут получает от Фредди Мартелло. Юра Чистяков разбирается с Вертиго, правда, делал он это недолго. Да, вот сейчас инициатива в этом матче поменялась. Удержание. Прерывает это удержание Фредди Мартелло. Один на один он с Вертиго. Несколько промахов. Реверсирует Вертиго. С
Разворачивание. Раз, два. Ох, прямо в голову. Получает вертиго с ноги от Супер Тато. Тут как тут Юра Чистяков. Вдвоем они с Супер Тато избавляются от вертиго. Отличная вертушка с ноги от Фредди Мартелла. Несколько чопов. А, решили вдвоем в очередной раз объединиться Юра Чистяков и Супер Тато. Пока что у них ничего не получается. Возвращается в бой вертиго. Сразу же получает от Фредди Мартелла. Отличный миссл дропкик получает Мартелла, в свою очередь, от Супер Тато. Как-то вальяжно себя так Супер Тато повел очень с вертиго. Ну и дал возможность отдышаться Юрию Чистякову. Хорошая попытка приема с прыжком с канатов, но ловит его на контратаке дропкиком Юрий Чистяков. Разбитое хозяйство! Шилом вдогонку! Держание! Раз, два! Вертиго в самый последний момент прерывает это удержание. Реверс! Очень быстро действует вертиго на ринге! Феймасер! Удержание! Даже до счет один не успел отстучать рефери. Тут как тут Супер Тато прервал это удержание. Ну вот здесь, конечно, весьма опрометчиво было со стороны Супер Тато. Сразу же он вскочил. И еще раз не получается никак у вертиго сбить Супер Тато. Суперсила, как говорится, в действии. А вот контратаку у Супер Тато проходит. Жесткий удар тут, как тут, получает от Фредди Мартелла. Спиннинг хилл-кик Юра Чистяков. Снова Фредди Мартелла один на один против вертиго. Отличный удар. Вот она, хваленая КПР в действии. Юра Чистяков сворачивает. Раз, два. Нет, самый последний момент. Посмотрите, Супер Тато успевает нарывать на удержание. Но было близко. Сейчас Юра Чистяков мог одержать победу в этом матче. И гром в раю. Коронный гром в раю от Фредди Мартелла. Все. Вот повтор в ауте. В ауте Супер Тато. Юра Чистяков против вертиго. Разбег! У-ху-ху. Убивает вертиго сейчас Чистякова. Магистраль! Раз, два, три! Победа! Победитель этого матча вертиго с помощью Ля Магистраль! Поздравления от бывшего напарника. Хорошая победа. Поздравляем, вертиго. Всем хой! Как вы знаете, я недавно восстановился после тяжелейшей травмы спины. Но правда не до конца. И поэтому я решил искать для себя нового напарника. Я присматривался к многим рестлерам нашей федерации. Я много думал, много взвешивал. И я нашел такого человека. В прошлом бою он показал себя отличным напарником. В
Встречайте, Андрей Лютый! Ждите! Нет, воссоздается! Почему этот каврон должен влезть в мои дела? Я, конечно, не шутик был. Слышь, Ре, ничего страшного, если мы тут бэт снимаем? И тебе на все наплевать? Подожди, пожалуйста, не вешай трубку. Ты кто такой? Ты рестлер-инвалид, место которому на больничной койке. Что ты здесь делаешь? А ты? Большой кусок мусора. Только что недавно дебютировал и думаешь, что уже способен на все? Да я уделаю вас при помощи любого напарника. Кто бы ты ни был, кто попадется мне на глаза. И более того, чтобы вы знали, после вашего предыдущего матча над вами смеется вся раздевалка. Да интересно, кто смеется? Вон, один из них. Эй, ну подожди! Это ты над нами смеешься? Чего? Ты не офигел? Слушай, ты о чем вообще? Слушай, вот этот вот набалдашник я уже где-то видел. Мы с тобой, Цайгра, так в прошлый раз не решили, кто из нас кто. К слову, если ты считаешь, что можно ржать за спиной, если ты считаешь, что можно валяться где-то, я вообще не знаю где, а потом уходить на ринг и чувствовать себя победителем, ну, я думаю, не засышь против нас еще один раз уйти, а? Готовься! Я только одного не понять. Почему? Слушай, опять? Объясни мне, что сейчас произошло? Слушай, подожди еще одну минуту, пожалуйста, не вешай трубку. Что? Что сейчас было? Что сейчас было? Я иду разговариваю по телефону, как какие-то два отброса начинают на меня выпендриваться. Стоп! Знаешь, мне некогда слушать твои басни. Ты всю эту кашу заварил, тебе ее и придется расхлебывать, причем вместе со мной. Ке? Чингату мадре! Что? Нет, это я не тебе. Я тебе потом все объясню. На ваших экранах наш гость из Шотландии. Ну, точнее, он уже давно не гость, он уже давно, и как это знаете, дорогие друзья, говорят, свой в доску Серж Салливан. Давно уже он живет в России, в Москве, но при этом дань уважения к своей родине, все-таки родился он в Шотландии, пусть и немножечко есть, и русские корни, и шотландские корни у этого парня, но вот так вот живет в России, чтит Шотландию, традиции, молодец, просто молодец. Бывший командный чемпион, кстати, вместе с Константином Лопатой. Его оппонент Пико Бандерас пока что титулами не избалован, а точнее говоря, вообще их у него нет. Но всему свое время парень поднаберется опыта, заматереет и обязательно рано или поздно может стать и чемпионом в легком весе, может быть, сможет стать чемпионом в командных боях. Кстати, этот бой, как мы с вами выяснили, будет командным матчем.
Двойна, Двои, Мика Бандерас и Серж Саливан участники одной из команд, а вторую команду объявил Ник Чуи. Это новая команда Саня Панков и Лютый. Как мы с вами знаем, Саня Панков в Донки не часто проводит матчи на ринге независимой федерации рестлинга, но каждый раз, выходя на ринг, он по-прежнему доказывает, что он в отличной форме, что он настроен, как всегда, на победу. И вот после того, как распалась его команда с Железным Волком, спустя некоторое время он нашел себе нового напарника. Лютый! Так, бой начинают Саня Панков и... и Мика Бандера сразу же лука в центре ринга. Да, ну здесь силы, конечно, на стороне Сани Панкова. Отличный бросок через себя с выходом на болевой залом руки. Ну и посмотрите, Мика Бандера тоже не промах. Еще одна попытка хипноза не получилась. И уворачивается он из-под дропкика. Вот это, конечно, удар у Панкова. И апперкот в челюсть. Кстати, хочу напомнить, что двуручный суплекс, удержание с мостиком. Нет. Нет, не проходит это удержание. Кстати, хочу напомнить, что помимо многолетнего опыта в рестлинге, помимо титула, всех титулов, которые были у Сани Банкова, он еще обладатель черного пояса по карате, если кто забыл. А пока что на ринге Лютый против Мика Бандераса. Отличный торнадо DDT. Вырывается Лютый из этого удержания, но Мика Бандерас по-прежнему его прессует и передает право боя Сержу Салливану. Пока что Салливан так вальяжно выходит на ринг, видимо, недооценил он своего соперника, и зря. Еще вот пара таких ударов, и у команды Мика Бандерас и Сержа Салливана начались бы проблемы. Ни в коем случае нельзя недооценивать своих соперников! Ноги в челюсть косит он Лютого, тут же коленом в падении. Кстати, дорогие друзья, если кто не заметил, этот матч судит наш новый рефери. Все-таки у нас дебютанты не только на ринге как рестлеры, у нас не только дебютанты ринг-анонсеры, у нас еще и дебютанты рефери. Да, всю десяточку прописывает Салливан Лютому. И собирается он добить давнего дебютанта. Но не тут-то было. Вдвоем там с Саней Панковым они атакуют Сержа Салливана. Вот Саня Панков получает право боя в этом матче. Отличная командная работа. Разорванное хозяйство. И теперь уже Саня Панков один на один против Сержа Салливана. Так, посмотрим, что придумает здесь Серж Салливан. Да, не успел вовремя Саня Панков сориентироваться и получает сейчас в челюсть. И по спине. Вот это удары, конечно. Что у Панкова, что у Салливана. Так, что происходит? Мика Бандерас не хочет продолжать больше этот бой. Типа, давай сам. Ой-ой-ой. И пока тут спорил Салливан с Микой Бандерасом,
пришел в себя Саня Панков и контратаковал Салливана. Промах Шилом! Посмотрите, по инерции аж закрутило Саню Панкова, но тем не менее тот вырвался из удержания. Вот теперь уже Мика Бандерас не отказывается. Видимо, теперь он отдохнул. А Саня Панков меняется на Лютого. Ты испугался? Мика Бандерас испугался Лютого. Говорит, не хочу я против него драться, но ты легальный. Ты должен выйти на ринг и драться. Что делать? Посмотрите, судья не видел этой контратаки. И, видимо... Видимо, что, все-таки Пистага, но официально Салливан в этом матче теперь. Ну, непонятное происходит с Микой Бандерасом. То он хочет драться, то не хочет драться. Да, отвлекает Лютого судью, а тем временем Саня Панков душит Салливана об канат, а Мика Бандера стоит спокойно в углу, на это наблюдает. Снова Саня Панков легален в этом матче. Так, что задумали Лютый и Панков? Катапульта! И дропкик одной ногой. А вот тут как тут и Мика Бандерас прерывает это удержание. И разбирается там за рингом с Саней Панковым. А Лютый продолжает избивать Салливана на ринге. Ох, разошелся. Вы посмотрите, Мика Бандерас, то тут как тут. Приходит Панкову на помощь Лютый. Так, разобрался Панков с помощью Лютого с Микой Бандерасом. Салливан валяется на ринге. Запуск! Отличный реверс! В прыжке со второго каната на противоходе. Клоузлайн и Лютому, и Панкову проводит Серж Салливан. Боковой бросок с плеч. Лезет на третий канат Салливан. Так, а где Мика Бандерас, позвольте вас спросить? Я его, честно говоря, не вижу. Но все, в ауте. Да, вон он там, в углу, в ауте. Да, долго ждал Салливан, пока Лютый станет на ноги, чтобы добить его. И вот так вот дернув за канат, Панков обрушивает его на крепление этих самых канатов к столбу. Жесткий болевой прием на руку с использованием канатов. Судья, конечно же, делает предупреждение Панкову, что это запрещено. Но слишком поздно. И Мика Бандерас тут как тут на ринге нападает он на Саню Панкова. Давай, лезь на угол, кричит Мика Бандерас. Сержу Салливану. Ой-ой-ой-ой-ой. А какой обидный промах в самый последний момент. Панков пригибается, и Салливан проводит миссл дропкик прямо напарнику Мики Бандерасу, и тут же на Салливана набрасывается Лютый. Ох, какая неудачная, аж какая ошибка. Какая неудача! Пока судья снова отвлечен, Панков бьет цепью Салливана, и, по-моему, Серж в нокауте.
Да, раз, два, три, это победа. Вот так вот. Саня Панков и его новый напарник Лютый одерживают победу в этом матче. Команда «Сыны анархии». Побеждает команда «Сыны анархии». Лютый и Панков побеждают в этом матче. За ошибки Сержа Салливана и Михи Бандерса. Да, да. Досады, конечно, будешь тут досадом. Бандерас и Салливан начинают выяснять отношения, кто виноват, кто ошибся. Хотя, честно говоря, смысла в этом я не вижу никакого. Ты сбил ее против с этого угла. И чемпионы держали, за тебя извлекал. Обвиняет в этой ошибке Мика Бандерас Сержа Салливана! И... Салливан, в свою очередь, обвинил Бандераса, а Мика напал на него. Мика Бандерас напал на Сержа Салливана. Ну давай. И ребята начинают выяснять отношения уже не на словах, а на кулаках. Судья вмешивается уже после боя. Судья требует прекратить вот эти разборки. Я тебе за это не вмешиваюсь, дурака. Давайте посмотрим повтор. Вот Саня Панков цепью вынес Сержа Салливана. Дорогие друзья, новый чемпион независимой федерации рестлинга в легком весе Михаил Вахнеев. Никогда не думал, что скажу эти слова. В сентябре на чемпионате в Моссовете Михаил Вахнеев выиграл, наверное, один из самых важных и знаковых матчей в его карьере, матч с лестницами, и отобрал у Максима Кремнева пояс чемпиона независимой федерации рестлинга в легком весе. Да, довольный Вахнеев, вы видите, пританцовывая. Никогда не видел, честно говоря, его таким. Выходит на ринг. Вот так вот. Двукратный чемпион НФР в командных боях. Теперь стал чемпионом независимой федерации рестлинга в легком весе. Так. А, он просит микрофон у Чуи. Видимо, сейчас будет речь. Миша! Воперу мне судьбы. Кто-то начинал карьеру, будучи рингоносером. Кто-то ее заканчивает, да? Да, даже Чуи досталось от Михаила Вахнеева. На радостях. Черт возьми, столько лет мы слушаем от вас всех комплименты. Какой я толстый, какой я жирный. Шутки про Макдональдс, про Макдональдс.
и ваши. Но, если честно, я понимаю, что с этим поясом на меня ложится огромная ответственность поднять его престиж после того, как им обладали там, всякие фанаты Фредди Меркьюри, всякие другие непонятные личности. И я... Нет, я не буду вам что-то обещать, что я обязательно сделаю. Я просто буду делать то, что я хочу, потому что отныне я... Отныне я лицо легковесного дивизиона НФР. Хотя, может быть, не только вот лицо, может быть, вот лицо легковесного дивизиона. Я не знаю, но сейчас я хочу проверить вашу интуицию. Скажите-ка мне, а точнее, поднимите-ка руки те, кто думает, что сейчас мою речь прервет... Гамма! Какой-нибудь Максим Кремнев начнет меня оскорблять, за обязательно меня спровоцирует, потребует свой реванш и нечестно выиграет. Поднимите руки. О, как много. Вот здесь я дам вам одно обещание. Если этот фанат Фредди Меркьюри выйдет и только заикнется о реванше, я клянусь Богом, я этот микрофон так глубоко ему засуну, что не каждый хирург вытащит. А вы не я лицо легковесного дивизиона. И, как говорит один некоторый любимый уважаемый человек за океаном, человек с большим шнурием, я буду делать то, что хорошо для бизнеса! И прямо сейчас я... Черт возьми, я сделаю то, о чем я даже сам не думал, что когда-нибудь сделаю. Если мне года два назад сказали, что я поступлю так, черт возьми, я приду этому человеку лицо. Но я... Слушайте, я же праздную, я хотел сегодня отпраздновать свое чемпионство. Скажите, что нужно для хорошего праздника? Правильно, для хорошего праздника нужно А. Гости. Б. Чтобы у этих гостей было отличное настроение. И подарок. Один подарок я вам уже сделал. Я избавил вас от человека, который единственное, на что был способен, так это понтоваться с этим чемпионским поясом, фотографироваться с ним, делать всякую хрень, что угодно, только не поднимать его престиж выше и выше и выше. И поэтому прямо сейчас я сделаю то, что, как я считаю, будет хорошо для меня, для этого пояса, а значит и для вас. Поэтому мой подарок вам на мое празднование этого чемпионства будет такой. Хамов, выйди-ка на ринг, я знаю, что вы сделали. Я действительно считаю, что ты несправедлива.
просто возмутительно проиграл Максиму Кремневу свой матч реванш в Лужниках. И поэтому прямо сейчас я хочу сделать подарок всем фанатам, которые пришли сегодня сюда, в частности фанатам Валерия Хаума. Голос подайте! Я хочу предложить тебе прямо сейчас бой. Валера, я знаю, у тебя бой уже сегодня какой там должен был быть. У тебя сегодня будет бой, но я надеюсь, немножечко другой. Как я уже говорил ранее, я считаю, что ты проиграл несправедливо. И я считаю, что будет лучше для зрителей и для престижа этого пояса, чтобы прямо сейчас мы с тобой за него подрались. Прямо сейчас я предлагаю тебе бой за этот пояс. Если тебе нужно время, чтобы подумать, я тебя поздравляю, ты идиот. Если же нет, то прямо сейчас ты должен попросить вот этого джентльмена в полосатой майке, чтобы он хорошо выполнил свою работу. Итак. Но Валера Хамов, не будучи естественно идиотом, сразу же соглашается на предложение Михаила Вахнеева. Поэтому прямо сейчас нас с вами ожидает бой за пояс чемпиона независимой федерации рестлинга в легком весе. Михаил Вахнеев против Валеры Хамова. Сам Вахнеев, я тоже не верю, что он... вот так вот поступил, что он так сделал. Сам Вахнеев предложил Хамову реванш за то действительно несправедливое поражение, которое Хамов потерпел от красавчика Максима Кремнева в Лужниках. И нас с вами ожидает первая защита титула чемпиона НФР в легком весе после того, как этим чемпионом стал Михаил Вахнеев. Сходятся соперники лукапом в центре ринга. Сразу же Валера Хамов выходит на болевой залом и продолжает он обрабатывать руку Вахнеева. Хедлок. Пытается Вахнеев вырваться. Теперь уже болевой на руку проводит он сам Валерию Хамову. И снова инициатива у Валеры Хамова. Контратака коленом в живот. Попытка заломить руку на удержание. Но вместо этого Вахнеев швыряет Хамова через пол ринга. Подсечка. И снова болевой на руку. Хамов уже на ногах. Реверс. Теперь уже он заламывает руку Вахнееву. Да. Быстро все меняется в этом матче. И посмотрите, как правильно поступает Хамов. Не дает он Вахнееву дотянуться до канатов. Хамов, в свою очередь, отталкивает Вахнеева от себя. Промахивается Вахнеев, тут же промахивается Хамов, и Вахнеев встречает Хамова ногой в живот. Запуск, реверс. Да, не все так просто. Пытался и перебросил Вахнеев Хамова через себя. Клоузлайн. Еще один.
Клоузлайн в углу получает в огне Вахамова. Продолжает Валера свою атаку. Шилом. Первое удержание в этом матче. Раз, два, вырывается в окне. Продолжает свою атаку Хамов. Но долго он готовился. Вахнеев реверсирует в челюсть. Ураганный наездник. Вахнеев уже поплыл. А Хамов тут как тут ногой в живот. Еще один шилом. На этот раз с разбега. Только наши, только одного. Разбег. Сальто лэгдроп, удержание, опять же, раз, два, нет. Да, Хаму все-таки нужно что-то посерьезнее предпринять, чтобы одержать победу в этом матче. Вот, на Михаиле Вахнееве лежит огромная ответственность, новоиспеченный чемпион. Представляете себе, если он сейчас потерпит поражение. Вызвал на реванше сам и сам проиграл. Запуск. Вахнеев промахивается. Попытка коронного приема хамства. Реверсирует Вахнеев. Поднимает Хамова на плечи. Тот спрыгивает, отталкивает от себя. Несколько реверсов, посмотрите. Как локтем встретил сейчас Хамова Вахнеева. Сворачивание с мостиком. Раз, два, нет. Весьма оригинальный прием. Такого в арсенале Вахнеева я еще не видел. Но все-таки, да, раз уж перешел в легковесный дивизион, пора уже и арсенал приемов обновлять. Хотя что-то, может быть, останется и неизменным. Спиннинг-хилл-кик. Разбег. Падающее колено. Медленно Хамов из последних сил поднимается на ноги. Вахнеев его выцеливает. Удар коленом прямо в челюсть. И сразу же удержание. Раз, два. Вырывается Хамов. Валера! 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 Затемяшивает Вахнеев в угол Валерия Хамова. Вахнеев на углу. Пытался он провести десяточку Хамову, но тот смог увернуться из-под удара. И теперь инициатива в руках Валерия Хамова. Он сам забирается на канат. Кто кого пересилит, оба стоят на канатах. Что же придумал Хамов? Sunset Flip! Sunset Flip со второго каната. Ну, вырывается Михаил Вахнеев. Удержание! Еще одно! И снова вырывается Михаил Вахнеев. Друг Хамова Юра Чистяков внимательно следит за тем, что делает его напарник. И начинает Вахнеев затемяшивать Хамова в углу. Град ударов сыпется сейчас на претендента. Дропкик, все, если бы сейчас не канаты, Вахнеев бы упал. Разбег! Реверсирует Михаил Вахнеев. Что же он задумал? Разбег! И... Троллфейс-кик! Прямо в челюсть! Раз, два, три, победа!
вырвался, конечно, Валера Хамов, но уже после трех побед Михаил Вахнеев защищает свой пояс чемпиона в легком весе. Да, сохраняет у себя чемпионский пояс Михаил Вахнеев. Вот так вот, да, понимаю сейчас Валеру Хамова. У него был шанс, этот шанс ему даже предоставили, но... Но он проиграл. Вахнеев предлагает свою помощь. Да, Хамов был молодцом, но Вахнеев все-таки победил. Ну а Валера Хамов, как видите, признал свое поражение. Все было справедливо, все было честно. В нашем случае абсолютно, абсолютно ничего не решалось. Мы проиграли Славянку, да и что? На кону ничего не стояло. Поэтому я абсолютно был спокоен. Да, проиграли бокс. Но ты поставил на кон чемпионский титул, ты вызвал всех легковесов, желающих, кто сразится с тобой. О чем ты думал, прежде чем так поступал? Ты совершил большую ошибку. Ты ответственен. Ты должен понести за это наказание. Что ты можешь сказать вообще? Я не отрицаю своего поражения. Но ты должен знать, что я не буду сейчас плакаться, рассусоливаться, как какая-то маленькая девочка, как многие делают в независимой федерации рестлинга. Но ты должен также понимать то, что ответственность за мое поражение лежит не на мне, а на Сергее Белом. Подожди, мы больше никогда не будем с ними теми друзьями, как мы раньше. Ты спешишь с выводами, тем более перекладываешь вину на другого человека. Я еще раз повторю, у тебя должен был быть план. Не один, два, три. В итоге титул должен был остаться у тебя. План был. Я дал инструкцию Белому, дал задание, но он все равно поступил по-своему. Я что, должен бегать за ним? Как за пацаном? Ты обязан был проконтролировать это все дело. Но в итоге получается так, что мы лишились титула. Невозможно проконтролировать его. Давай искать выход из ситуации, я не спорю. Я не хочу, абсолютно не хочу, чтобы в нашем коллективе был какой-то разлад. Подожди, сейчас я приму решение. Пускай оно будет немножко странное, оно будет немножко, может быть, нелогично. Но я назначу матч. Ты и Сергей Белый против командных чемпионов Флекса и Рейва. На кону пускай будут стоять титулы. Титулы никуда не уйдут из нашей группировки. В любом случае. Но этот матч покажет все и объединит нас еще больше. И сплочит нас как коллектив. И вы с Белым должны доказать, что вы действительно достойны находиться в нашей группе. Я не подведу тебя. Давай. А вот Белый не знаю. Да, вот такой вот нас с вами ожидает следующий бой. Поэтому встречаем первым представителя группировки
Рост 176 сантиметров. Вес 93 килограмма. Машина смерти. Лес На ваших экранах Флекс Блудберг, чемпион в парных боях. Человек, который весьма справедливо заслужил прозвище «Машина смерти». Беспощаден он к своим соперникам. Тоже выступает на ринге независимой федерации рестлинга уже много лет. И выступает также периодически. То появляется, то исчезает, но каждый раз, когда он появляется на ринге, его соперникам лучше готовиться к самому худшему. Парень не щадит никого. Представитель группировки «Власть», родом из Екатеринбурга, рост 1,75 м, вес 93 килограмма, и это... Также чемпион независимой федерации рестлинга в парных боях, собственно говоря, в команде с Флексом Блудбергом, Крис Рейн. Крис Рейн не только обладает весьма солидными тактико-техническими характеристиками, но еще и при всем при этом, при всех его габаритах, только скоростной рестлер и очень-очень хороший технарь. Интересный бой нас с вами ожидает. Все четверо участники группировки «Власти» сегодня не будут драться двое на двое. Напомним, что Максим Кремнев на прошедшем чемпионате потерял свой пояс чемпиона в легком весе, проиграл его в матче с лестницами. Новым чемпионом, как вы все прекрасно знаете и помните, стал Михаил Вахнеев, что было весьма неожиданно для всех. Наверное. И вот прямо сейчас группировка «Власть» будет выяснять отношения между собой. Не дал Рейв сказать, чуи? Это должен быть матч за командные пояса. Но я думаю, вы, ребята, понимаете, что нам сегодня нет смысла тратить время на них. Они все хотят, чтобы мы сейчас вцепились друг другу в глотки, да? Тратили время. На что? Зачем? Все в любом случае останется так же, как оно и есть. Зачем тратить время? Давайте по делам. Вы ложитесь, мы удерживаем, все, уходим. Белый! Я, кажется, только что понял, чего ты говоришь. Ты хочешь сказать, что мы должны лечь, как какие-то тупые дегенераты, чтобы ты просто взял и убежал нас? Давай спросим, чего хотят зрители. О, группировка «Власть» начинает спрашивать у зрителей, что они хотят. Это что-то новенькое. Ты хочешь увидеть этот матч? Да! Ты хочешь увидеть? Да!
Я хотел не совсем другое. Все 10 лет карьеры я не прислушался к мнению зрителей, но сейчас я понял, что пора поменять все местами. Поэтому нравится тебе это или нет, но ты будешь отстаивать свои командные поезда против меня и Белого здесь, сегодня, сейчас. Но я вижу, что у тебя подкашиваются колени. Ты либо боишься потерять то единственное ценное, что у тебя было за все 10 лет своей карьеры. Ты боишься проиграть пояса, но я тебя не разочарую. Тебе придется отстаивать их против меня и Белого. Да, не согласились Кремнев и Белый на условия Рейва и Флекса Блумберга, и те набрасываются на них. Немецкий бросок получает Рейв от Сергея Белого. Обратный локоть и клоузлайн. Да, вот сейчас Белому досталось даже от Флекса Блумберга. Снэппер! Мисо, извините, просто дропкик в затылок. Рейв вымеряет Белого на свой коронный рентген. Отличный дропкик от Рейва. Первое удержание, вырывается Белый. Продолжается этот бой. Да, Рейв, конечно, знатный технарь. Да и силач хороший, но посмотрим, что же сделает с Белым сейчас Флекс Блумберг, а тут начал жестить прямо сразу. Так что командная работа. Black Drop с помощью Рейва проводит Флекс Блумберг. Фронтальный суплекс. Врывается Сергей Белый, но пока что лично мне непонятно, за счет чего вообще они могут одержать победу в этом матче. Пока что... Ух, какая жесть! Лбом проводит по канату Флекс Блумберг Сергея Белого и продолжает затемяшивать того в углу. Может быть, сейчас что-нибудь получится у Белого? Контратака! Коленом с разбегу в челюсть! И домкрат! Ух, какие жесткие, жестокие удары получает от Флекса Блумберга Сергей Белый! И посмотрите, выламывает он Белому руки. И снова Рейв вступает в этот бой. Да, пока что в одни ворота практически идет матч. Отличный инцигири от Рейва. Прекрасная командная работа. Падающий локоть с канатов. По очереди Рейв и Флекс Блумберг добивают Сергея Белого, но силы у того еще остались. Кремнев и Белый вместе с Валерием Хамом некогда состояли в группировке Бандерлоги. Теперь же Хамов не с ними, а Белый проводит контратаку и передает право боя Кремневу. Максим на всех скоростях! Отличная хренкарана на всех скоростях вступает в этот бой! Отдохнувший за рингом Кремнев! Суицидальный прыжок на Флекса Блумберга! Даже куда там зрители они улетели, потому что уж очень близко они сидят возле ринга!
ох, как завез это Максим Кремнев! Готов он провести свой коронный суперкик! Но тут как тут в бой вмешивается за ринга, за пределами ринга Флекс Блумберг. Рейв, удержание! Всего лишь один. Болевой прием на руку проводит рейв Максиму Кремневу. Да и не только болевой, еще вместе с удушением, но Кремнев пытается вырваться. Правда, ненадолго. Один клоузлайн от рейва, и все возвращается, как говорится, на круги своя. Обратный локоть от рейва получает Кремнев. Пока что никак вот не получается у Максима зацепиться и сделать контратаку. Вот буквально чуть-чуть ему не хватает всегда. Рейв, может быть, на один, на два шага, но впереди него. Посмотрим, как сейчас Кремнев справится с Флексом Блумбергом. Хотя в данном случае более уместно было бы спросить наоборот. Отличная командная работа в исполнении чемпионов. Флекс, вы знаете, Флекс такой злорадный ухмылкой спрашивает, ну как ты, нормально? И добивает, и удерживает, но не проходит это удержание. Ох, как завелся Максим Кремнев, вы посмотрите. Реверс, и все. Вот буквально чуть-чуть не хватает Максиму Кремневу. А Флекс Блумберг продолжает обрушивать град ударов на Кремнева. Отличный суплекс. Нет, вырывается Максим Кремнев. Ну, Флексу уже пора переходить к тяжелой артиллерии, то есть своим коронным приемом. Поднимает он Кремнева к себе на плечи. Попытка милитари слэма, но спрыгивает Максим Кремнев, и друг друга они проводят. Клоузлайн. Белый уже на ринге, рейв тоже. Коленом в прыжке получает Крис Рейв от Белого. Но посмотрите, сразу же контратакует. Еще один реверс. Отличный бросок. Приходит на помощь Рейву Флекс Блумберг. Спиналом об колено он проводит и Кремневу. Но судья правильно делает замечание, что Кремнев и Флекс Блумберг нелегальный. И Белый проводит Блумбергу. Да что уж тут проводит, просто с ноги в челюсть его выносит. Теперь уже командная работа от претендентов. Что? Уже объявили себя новыми чемпионами? Нет, ребят, еще выиграть бой надо. Флекс Блумберг! Вот это да! Не получилось выбросить у Белого Блумберга через канат. С первого раза, но со второго все-таки получилось. Рейв Спайнбастер! Удержание! Раз, два! Нет, вырывается Сергей Белый. А там, посмотрите, за рингом Максим Кремнев просто уничтожает Флекса Блумберга. Суперкик! Все! Флекс Блумберг вырублен за рингом! На ринге Белый против Криса Рейва! Попытка рентгена, но нет! Реверсирует Белый! Выносит он Рейва! Тот еле-еле стоит на ногах! Неплохо ему прилетело ногой, но все-таки падает. И... Метеора!
3 победа! Победа! Сергей Белый своим коронным приемом метеора приносит победу своей команде таким образом. Таким образом Сергей Белый и Максим Кремнев становятся новыми командными чемпионами независимой федерации рестлинга. Смотрите на лицо Блумберга. Без комментариев, тут все понятно. Смотрите на лицо Флекса. Тут все понятно по лицу. Новые чемпионы в парных боях. Максим Кремнев и Сергей Белый. На ринг забирается Флекс Блумберг и Лопатка. Нападают они на новых чемпионов. Самуанский боковой бросок проводит Флекс Блумберг Кремневу. А Рейв проводит свой рентген прямо на чемпионский пояс Сергею Белому. И лопатка! Импеллер! Он же Kill Switch. Да, называется не победим на поле, победим в раздевалке. Но в данном случае не победим на ринге, победим после боя. Мозг включи. Да, пришел бы лопатка на помощь пораньше, может быть, и сохранили бы командные чемпионские пояса Флекс Блумберг и Рейв. А так, новые чемпионы Кремнев и Белый. Помним, в сентябре после победы над Юрием Чистяковым Владимир Кулаков бросил открытый вызов любому рестлеру независимой федерации рестлинга. И на этот вызов тогда откликнулся еще один ветеран независимой федерации рестлинга, еще один ветеран русского рестлинга. Это Кувалда. И прямо сейчас вы увидите этот бой. Кувалда на ваших экранах, бывший командный чемпион в составе легендарнейшей команды прессы Кувалда, бывший чемпион НФР в тяжелом весе. Кувалда! Как уже сказал Ник Чуй, это будет бой двух ветеранов русского рестлинга, двух ветеранов независимой федерации рестлинга. Владимир Кулаков!
чемпионат Независимой Федерации Рестлинга в хардкор-боях. Позднее этот титул был упразднен, так же как и титул межрегионального чемпиона России по рестлингу Владимир Кулаков. Знатный технарь, знатный хардкорщик. Мы помним, конечно же, все его матчи против Локомотива за пояс чемпиона, за пояс даже не чемпиона, за титул короля хардкора. Очень техничный, очень сильный, очень скоростной рестлер Владимир Кулаков. Не испытывает он жалости никому вообще. Очень беспринципный. Каждый, кто выходит на ринг против Владимира Кулакова, должен, конечно же, готовиться к самому худшему. Но и напомним, что кувалда тоже не пробок, мощный он. Не скажу, правда, что быстрый, но то, что мощи у кувалды хоть отбавляй, это точно. Ну что ж, звучит гонг, бой начался! Сходятся противники в центре ринга! Вот так вот сразу Владимир Кулаков начал использовать бросковую технику! Хедлок! Так, сопротивляется кувалда, пытается он вытолкнуть Владимира Кулакова, но тот как бульдог вцепился в кувалду. Посмотрите, какие мощные удары у кувалды. Да, здесь все-таки преимущество в массе и в росте на стороне кувалды. Сносит он Владимира Кулакова. Посмотрите, какая прыгучесть! Отличный энцигири! Вот это да! Еще один! Раз, два! Вырывается кувалда. Но посмотрите, как ударно начал бой Владимир Кулаков. Чем ответит кувалда? Промах! Вот это да, ураганный наездник! Вот эта техника! Я не зря перед этим матчем так хвалил Владимира Кулакова! Кувалда за рингом. Да, все правильно, нужно сбить темп, отдышаться. Так, что задумал Владимир Кулаков? Разбег! Суицидальный прыжок между вторым и третьим канатом. Да, недолго отдыхал кувалда. Поднимает кувалду Владимир Кулаков. Да, требует, чтобы зрители ушли со своих мест. И отправляет кувалду в зрительный зал. Посмотрите, кувалда не может даже подняться. Судья делает предупреждение, что если он отсчитает до 10, бой закончится. Ну и правильная в таких случаях тактика от Владимира Кулакова. Заставляет он рефери по правилам отчитывать заново все 10. Кувалда уже на ногах, и посмотрите!
втемяшивает он Владимира Кулакова в металлический стол и набрасывается с такой звериной яростью. Чуть даже оператору здесь не досталось. Снова в зрительный зал, на этот раз уже Владимир Кулаков отправляется. Судья продолжает отчет, надо возвращаться на ринг. Что, собственно, и делает Кувалда, возвращаясь сначала Кулакова на ринг, потом забирается сам. Мощные, очень мощные удары у Кувалды. Владимир Кулаков только вот с помощью Кувалды может подняться. И головой на угол ринга приземляет Кувалда Владимира Кулакова и клоузлайн. И начинает добивать Кувалда Владимира Кулакова, падающий локоть удержания, но нет. Как я уже говорил, и Владимир Кулаков, и Кувалда, безусловно, ветераны русского рестлинга, ветераны Независимой Федерации Рестлинга. У них было много и знаковых побед, и знаковых поражений. Ох, как выцеливает сейчас Кувалда Владимира Кулакова. Головой в угол ринга. Да, безумно мощные удары. Посмотрите, пытается блок поставить Кулаков, но у Владимира не очень-то получается пока что что-либо противопоставить Кувалде. И суплекс. Сразу же удержание. И снова вырывается Владимир Кулаков. Да, и много знаковых побед, много знаковых поражений, безусловно, было и у одного, и у другого. Можно много вспоминать. Всего за огромнейшую 12-летнюю историю Независимой Федерации Рестлинга. Запуск! Посмотрите, какой клоузлайн в углу. Если бы сейчас не канаты, на которые оперся Владимир Кулаков, тот бы упал. Но посмотрите, какой реверс. Даже не реверс, какая контратака. Отличный дропкик и начинает в углу запрессовывать Кувалду Владимир Кулаков. Но недолго это продолжалось. Падающий локоть на спину, снова удержание. Вот так вот всегда, не бой, а просто качели. Как только Владимир Кулаков что-либо, как-то как-либо начинает контратаковать Кувалду, Кувалда находит в себе силы для одной хорошей мощной контратаки. Так, вешает он на углу ринга Владимира Кулакова вниз головой. И начинает просто уничтожение. Это уже не бой, ребята, это уже просто уничтожение. Но Владимир Кулаков держится. Продолжается этот бой. Кувалда против Владимира Кулакова. Ветераны Независимой Федерации Рестлинга. Открытый вызов Владимира Кулакова, напоминаю, принял Кувалда. Даже пытался на него напасть на прошлом чемпионате. Отличный скупслэм. Снова сразу же удержание. Вот такую вот тактику и выбрала Кувалда. Мощный прием и сразу удержание. Мощный прием удержания. Но Владимир Кулаков все еще на ногах. Бэкдроп! Кулаков что-то, Владимир Кулаков что-то совсем поплыл, может быть сейчас получится. Немецкий бросок прямо на голову, прямо на голову он рушит Кувалду, вот это да.
Вот такая вот контратака! Сил, правда, у Владимира хватило на один немецкий бросок, но черт возьми, какой это был немецкий бросок! Четыре! Прямо головой в ринг вогнал он кувалду! Пять! Поднимайся! Шесть! Поднимайся! Семь! Поднимайся! Кулаков уже на ногах! Готовится он! Бой с Сакуки! С разбегов! Челюсть коленом и... И теперь уже очередь Владимира Кулакова уничтожать своего соперника! Вот это дропкик! По инерции даже вылетел с ринга Владимир Кулаков! Удержание! На этот раз уже кувалда вырывается. Владимир Кулаков готовится к суперкику. Не получается у него, ловит его кувалда. И неужели белорусская родословная? Нет, просто бомба. Раз, два. Чуть-чуть, но нет. Тут даже судью чуть не зашибли. Надо быть повнимательнее. Снова инициатива в руках кувалды. И что, попытка белорусской родословной. Суперкик от Владимира Кулакова. Раз, два, нет. И попадает на болевой прием от Кулакова. Сейчас кувалда. Захват, крест. Один из коронных приемов Владимира Кулакова. Да, сдается кувалда. Все, сдается кувалда. Владимир Кулаков одерживает победу в этом матче после своего коронного болевого приема. Захват, крест. Владимир Кулаков победитель этого матча. Да, все в порядке с Владимиром Кулаковым, серьезных травм нет. Судья, как выяснил. И мы в очередной раз поздравляем Владимира Кулакова с прекрасной победой в этом матче. Жаль, буквально немножко не хватило кувалды, чтобы одержать победу. На протяжении огромного количества времени он доминировал в этом бою, но все-таки Владимир Кулаков его победил. И да, вот оно уважение в спорте, дорогие друзья, вот оно уважение в борьбе. Все правильно, это настоящие воины, настоящие мужики. Знак признательности дарит свою футболку кувалда Владимиру Кулакову. Ну а Кулаков в ответ дарит кувалде свою. Да, настоящее уважение, настоящие мужики. Только такие в независимой федерации рестлинга. Они непримиримые соперники на ринге, но уважают друг друга. Да. Все борются за пояса, все борются за победу, все борются за чемпионство, за власть. Мне надоела эта игра. Я хочу сделать матч, который войдет в историю, как самый экстремальный матч в истории НВА. Матч,
которым не будет важна победа, которым не будет важен пояс. Я хочу сделать подарок для всех фанатов НФР. Сделать самый экстремальный безбашенный матч, которым будет миллиард опаснейших спотов, в которых можно запросто убиться. Матч, в котором будет множество веселья. И лишь один человек во всей Федерации согласится сделать такой матч со мной. Согласится сделать матч ради того, чтобы порадовать наших фанатов. Ради того, чтобы получить от этого массу удовольствия, сделать матч ради веселья. Локомотив, ты же такой же сумасшедший, как и я. Давай, соглашайся, я знаю, тебе тоже это понравится. Мы с тобой можем сделать по-настоящему веселый, экстремальный и безбашенный матч. Матч, который войдет в историю. Локомотив. Я знаю, ты согласишься, потому что ты такой же сумасшедший. Джокер, я посмотрел твое видео и могу сказать очень неплохое предложение. Сделать самый экстремальный матч за всю историю независимой федерации рестлинга. Я и сам люблю хардкор матчи. И если, скажем, ты бы предложил мне это месяц назад, я бы точно сказал да. Но, как ты знаешь, совсем недавно был король хардкора. И потом эти врачи постоянно говорят мне: «Локомотив, ну хватит уже участвовать в этих хардкор-матчах, у тебя и так уже столько травм». А ты говоришь все это ради фанатов. Джокер, а ты уверен, что сами фанаты не устали от экстремальных матчей? Не, я-то знаю, что ты сумасшедший, я люблю экстрим, но этого мало. Нужна какая-то более веская причина. И я предлагаю сделать так. Максимальная вместимость арены «Авангард» составляет 300 человек. Так вот, если это видео соберет 300 лайков, значит, я пойму, что фанатам это нужно. И тогда мой ответ будет «да». И если мой ответ будет «да», то тебе, Джокер, пи***да. Ну что ж, дорогие друзья, обещанный... В случае сбора 400 лайков супер-мега-экстремальный матч между Локомотивом и Джокером прямо сейчас на ваших глазах. Все равно бы Локомотив сделал этот матч, все равно бы он согласился на него. И сейчас нас ожидает жесть, жесть, жесть. Жесть, какую обещал Локомотив и Джокер, какую обещали Локомотив и Джокер, сейчас свершится. Говорят, что Локомотив, что Джокер задумали вообще что-то из ряда вон выходящее к этому матчу. Да, вы знаете, я видел ВКонтакте у Локомотива, как он выставил перчатку, а на ней были то ли кнопки, да, прилепленные просто. И я думаю, что он их будет использовать. Вы представляете себе, по щам такой перчаткой или чопчик прописать? Я думаю, что Локомотив воспользуется ей. Ну что, король хардкора? Да, бывший чемпион независимой федерации рестлинга, бывший командный чемпион, бывший чемпион Union Pro. Вот так вот. Марков Локомотив. Сразу с плафончиком выходит. А почему бы... Мне кажется... С плафончиком и, кстати, со своим братом. С братаном, да. С братом, с Федором Марковым. Вот, всегда выходит он со своим братом на ринг. В хардкорных боях Локомотив. Поэтому можно так сказать, что... Это его символ. Это его символ. А, кстати, мне кажется, знаете, он по дороге как вот шел прям на матч. С какой-то люстрой взял, сорвал этот плафон и думает, ну это, наверное, для Джокера хорошо подойдет. Дорогие друзья, прошу слабонервных отлучиться, либо выключить. А, посмотрите! Вот это да! Пытался плафоном ударить по Джокеру, Локомотив промахнулся и отправлять нокаут в судью, да! Вы посмотрите, да, Джокер он вместе с Локомотивом проверяет.
Данила Дмитриев. Данила Дмитриев в ауте. И плафон оказался для, да, для нашего рефери. Но у нас есть запасной. Да, Джокер говорит, хорошо, что у нас есть второй судья. Да, и Лок этого не ожидал. Ну, вот такое вот вам начало этого экстремального матча. Видимо, в матче с Джокером обойтись малой кровью. Так, ну что ж, с первого раза не получился бой, может быть, со второго, да. Так, бойцы присматриваются друг к другу. Хотя, что уж тут присматриваться, столько между ними было матчей, и экстремальных, и обычных. Уже знают друг друга, как облупленных. Тест силы, но Локомотив перехитряет и захватывает его руку. Посмотрите, Джокер реверсирует, пощечина. Локомотив перепрыгивает Джокера. Мимо. Обратный локоть. И... Так, что задумал Локомотив? Пока мы не узнаем, Джокер сопротивляется, пытается выбраться из цепких объятий Локомотива. Халф Нельсон суплекс, прямо на голову падает. Вот это да, и велосипедный удар. Прямо, прямо в... Жесть началась сразу же. Прямо в переносицу, посмотрите. Джокер просто, наверное, сейчас не понимает, как это произошло. Да, Локомотив аплодирует стойкости Джокера. Так. И сразу же лезет под ринг. Локомотив хочет крови. Он достает все игрушки. Фонов и стул. Да, стул. И посмотрите, как он кладет стул. Он кладет его ребром. Плафон разлетается в разные стороны. И суплекс прямо. Посмотрите на бок стула, на кройку. Раз, два, нет. Пытался Локомотив уронить на стул Джокера, но Джокер среверсировал. Так можно лишиться позвоночника. Да, ну стул сразу в смятку, так же, как и спина Локомотива. Так, Джокер. Удар локтем. Еще один. Оу, чоп. Как Джокер, да, высматривает эти удары. Реверс. Джокер перепрыгивает и встречает локтем Локомотив в ответ. Отличный плечевой таран через канаты. А вот с третьего раза уже понял Локомотив, что нужно делать. Но тут же получает гарпун между вторым и третьим канатом от Джокера. Отлично. И удержание. Раз, два. Но я даже не удивлен, что матч не закончился на этой минуте. Так, теперь уже Джокер лезет куда-то за ринг. Так, что же Джокер приготовил для Локомотива в этом матче? Лестница! Лестницу! Локомотив говорит, нет, не надо, и отталкивает ее. А мы знаем, что Джокер мастер, да. Лучший коктейль, Лэгдроп! Так, устанавливает лестницу. Джокер, а мы знаем, что он любитель выстраивает всякие непонятные, да, из лестниц. А посмотрите, силу Локомотива все меньше и меньше. Вот это удар! Да. Прямо ногой куда-то в челюсть. Не, мне показалось, что даже в ухо попал куда-то киком этим. Чёрт, посмотрите! С такой силой, что я даже со своей комментаторской будки услышал этот счет. Как будто он отразился у нас тут. Суперкик. Фиксирует Локомотив. Ураганный наездник. И запуск. Запуск. Снова реверсирует Локомотив. Джокер на лестнице. А бэкдроп, да, с переворотом. И... Обратный переброс! Вот это да! Неужели конец? Раз, два. Что там происходит? Нет, со спиной Джокер. Джокера, да? Я думаю, обычный человек уже давно бы переломался, но посмотрите, Джокер вырывается из этого. И... коллега, Джокер это необычный человек. Я много раз говорил, что это человек уникум. Из металла и пластилина. Ну, я думаю, что там еще Титан присутствует.
стену. Титан это металл, да, я думал, я понял, что вы хотите. Но я, понимаете, металл бывает разный. Смотрите, как жестко обрабатывает локоть Джокер Локомотив. И вы бы знали, что Титан, он очень хрупкий на удар. Он держит на растяжении сжатия, но вот на удар этот металл очень хрупкий. Но Джокер, он... Тебе закончился, продолжаем комментировать. Своеобразный Титан, и посмотрите, Тибон суплекс. Да, причем вытащил Локомотив практически вертикально Джокера и... Что это? Придает Федор Марков. Ну явно не пакетик с чипсами. А что же это может быть? Нет, ну, не узнали мы. Попадает на Локомотива Джокер, снова в челюсть. Да, надоело терпеть эти локти и локти в ответ от Локомотива. Запуск. Запуск в угол. Локомотив разбегается. Хотел разбежаться, тут же получает контратаку от Джокера. Клоузлайн, так что Джокер падает, да, с разворота. Скуп-слэм драйвер. Джокера. Обменялись любезностями. Да, матч практически как в качели, то как маятник, то в одну сторону инициатива, то в другую. Так, Джокер смотрит опять на эту лестницу. Его мысли опять что-то конструируют. Что же это будет? Нет, что-то ставит по-обычному. Все. А, видимо, хочет прыгнуть на Локомотива. С этой лестницы. Да, начал свое восхождение Джокер, но Локомотив уже на ногах. Силы Локомотива еще остаются. Локомотив спокойно переходит, посмотрите. Ой, посмотрите, как Локомотив буквально за секунду сообразил, что если не получается с одной стороны, надо хитростью, да с другой. И он продевает Джокера сквозь лестницу. Что это будет? Смотрите, что сделал Локомотив, он действительно вот такие в тиски, как бы в лестницу воткнул Джокера. И что же сейчас будет? Я думаю, что это что-то очень страшное. Это какой-то... Захват! Это какой-то адский болевой, вы посмотрите! Вот это да! Я впервые такой вижу! Скрестил ноги, еще давление на лестницу, сел на него, и посмотрите, там Джокер, наверное, уже не хватает ему дыхания, я думаю, там уже и ноги перестали, кровь поступать, и ответный удар сбоку, в ухо. И по инерции Джокер падает вместе с лестницей, а куда же он из нее-то денется? Так, может быть, сейчас мы узнаем, что же в этом заветном мешочке, который Федор Марков передал своему брату. А это тысячи, тысячи, тысячи кнопок. Посмотрите. Вот это да. Посмотри. А теперь весь ринг. Кнопки. А весь ринг теперь это оружие. Теперь если упасть на ринг, то это, ну не знаю, это адская боль. И попытка локобомбы. Джокер реверсирует. Суплекс. Но нет. Локо вцепился в Джокера так, что у того ничего не получается. Локтем, посмотрите. Нет, Джокер не падает. Еще один. Удар, нет, стоит и... Пощечина очень сильная. Нет, он до сих пор на ногах. Неужели бомба? Но Джокер сопротивляется из последних сил. Клоузлайн. Но Локомотив уже теперь показывает стойкость. Чоп. Локомотив на ногах. Пощечина в ответ. Мимо. И спайнбастер. С ворота приземляет Локомотива Джокер. Плей приземляет прямо на кнопки. Вы видите, уже кровь пошла. Схватился за голову Федор Марков. Представьте, что тысячи пчел вас атаковали и все одновременно ужалили. Так, Джокер не угомонится, он берет еще кнопки. И посыпает ими сверху Локомотива.
все, жестить так жестить! Лэг дроп! Так. Джокер. Смотрите, Локомотив весь в кнопках, а Джокер на третьем канате. Что же будет? Феникс Сплэш! Прямо на кнопки попадает! Цепляется Джокер на кнопки, потому что Локомотив в самый последний момент ушел из-под удара! Ступня Мамонта! Вот! Лбом прямо в кнопки втемяшивает он Джокера! Посмотрите, уже кровь появилась! У Джокера на лбу. Весь Локомотив в кнопках. Как же и Джокер, посмотрите на спине, сколько у него кнопок. И еще чоп по спине добавляет. Тем самым втыкает эти кнопки до конца. Глубже, да, глубже в спину Джокера. Локтем. Еще требует Джокер. Посмотрите, даже уже зубы уже вылетают у Джокера, по-моему. Нет, смотрите, плюется в Локомотива. Девчонка крикнула Локомотиву. Локомотив в руках плафон. Делает прическу из плафона ему. О, посмотрите, Джокер встает на ноги. Запуск. Клоузлайн мимо, дропкик прямо в челюсть. Кик. Повтор. Да, давайте посмотрим повтор. Вот спайбастер. Да. Это очень опасно. И ступня Мамонта. Так. Джокер уже мастерит конструкцию. Локомотив между тем вытаскивает из своего тела кнопки. Так, что же задумал Локомотив? А, у него в руках клавиатура. Просто хлам, хлам, хлам разбил клавиатуру Локомотива в голову Джокера. Так, Локомотив достает еще, смотрите, это лампы. Это галогеновые лампы! Вот это да! Такого в независимой федерации рестлинга еще не было! Галогеновые лампы! Посмотрите, он устанавливает их. И этих ламп очень опасны! На специальную конструкцию. Лока поднимает Джокера и что же он задумал? Гоняет его к этой конструкции. Там еще и плафон, посмотрите, установлен. Да, такой бутербродик. Удар в челюсть. Перчатка! Перчатка! И вот она, самая перчатка с кнопками. Да, он показывает зрителям, посмотрите, действительно на ней кнопки прилеплены. Я даже вижу отсюда, что он собирается делать. Как сверкают острие этих кнопок. Да неужели чоп? Давай, бей! Вот это да. У меня нет слов, ну неужели? Посмотрите, кровь. И еще по другой груди. По щеке. Жесть! Жесть! А, посмотрите на грудь Джокера, посмотрите на его лицо. Я... А, Локомотив еще издевается, у тебя кровь пошла, что ли? Нет, блин, это слезы! И... Смотрите! Суплекс! Реверсирует и проводит суплекс Локомотиву прямо, прямо на галогеновые лампы, прямо на плафон! Я напоминаю, осколки этих ламп очень острые! И очень опасный, потому что эти лампы разбиваются на сотни мелких частей. Посмотрите, у Джокера со щеки идет кровь. Посмотрите, как это опасно. Давайте посмотрим повтор. И суплекс. Вот это да. И посмотрите еще
на лестницу, на плафон и на лампы падает Локомотив. Это очень опасно. Не повторяйте этого дома, не повторяйте. Где этого не повторяйте, да? Пока что сумасшедший хардкор не уступает он по жести и зрелищности прошлому хардкор-матчу, где была электрическая газонокосилка, а Джокер снова на канатах. И Джокер лежит на конструкции. Блэк дроп через лестницу и прямо на Локомотива, что лестница ломается. Металлическая лестница сломалась. Она, конечно, не из титана, как говорил мой коллега. Это металлическая лестница! Я сказал, что это металлическая лестница. Она переломалась пополам. Раз, два. Нет. Локомотив вырывается после этого суплекса. После этого лэгдропа на лестницу Локомотив держится. Джокер, что он задумал? Он лезет на третий канат. Что будет? 450 мимо! Мимо 450! Все, конец! Локобомба! Нет, не все, нет, говорит Локомотив. Видимо, Джокера не еще не хватит, да. Матчу, но правда, так что? Давайте посмотрим повтор. Посмотрите, пополам лестница, и пополам. Сверху Локомотива пришибает, смотрите. Вы видели еще, да, еще затылком бьется об лестницу. Локомотив при падении. Так, Федор Марков выносит столы. Федор, тащи столы. И разгон. Нет, Локомотив встречает ударом. Что же это будет? Фейсбаттер об ринг и... Бомба на угол ринга. На прон, простите. Ну или на угол... Да, кому как удобно это называть. Ну что ж, пока что сумасшедший матч. Но посмотрим, что будет дальше. Локомотив. Два стола. ДСП. Лестница. Даже две лестницы. Так, что Локомотив задумал? Так, куда уходит Локомотив? Так, непонятно. Неужели он уходит с матча? Ну не может этого быть. Посмотрите, оператор бежит на второй этаж. О, господи. Господи, только не это! Что, Локомотив тоже на втором этаже? Помните, Джокер когда-то прыгал с этого балкона до Локомотива? Видимо, Локомотив решил отплатить ему тем же! Локомотив на балконе! Локомотив на балконе! Что же будет? Я не верю! Габус! Стомп! Что сейчас творится с грудной клеткой у Джокера? Проверьте его состояние, он вообще жив или нет? Раз, два, три, победа! Победа! Просто сумасшедшим, просто в невероятном! Черт возьми, это круче, чем газонокосилка, мать ее! Проверьте Джокера, все ли с ним хорошо. Посмотрите, как упал Локомотив после этого даблстопа. Но он пришел в сознание и все равно удержал Джокера. Да, давайте посмотрим повтор. Да, вот стоп. В прыжке с 6-метрового балкона. Вот это да. Еще раз медленно прямо на грудную клетку. Сначала двумя ногами, а потом с пятой точкой приземлился Локомотив. Да, сумасшедший бой. А Локомотив в очередной раз подтверждает свое звание короля хардкора. И после этого боя обнимает Джокера. Знак уважения, да. Чуть не подбивали друг друга, но... Ребята, это сумасшедший бой. Вот это да.